Застройщики почти в один голос говорят, на рынке новостроек выживут только сильнейшие, те, у кого есть свои оборотные средства. Если раньше банки строить помогали, то сейчас, по словам застройщиков, буквально загоняют их в угол. Особенно это касается проектного финансирования. Деньги, которые несут дольщики, они же к нам не попадают, они же оседают в банке. Соответственно, я их увижу только тогда, когда раскроют эскроу-счета. Что получается? Деньги копятся в банке, у меня поступление только на финансирование текущего проекта. Чтобы мне купить землю, мне что нужно сделать? Мне нужно обратиться опять в банк, чтобы взять кредит, чтобы купить эту землю. А банку, в общем-то, история застройщика не очень интересна. Банк, главное, чтобы достроили. У банка есть своя, своя составляющая, уровень рентабельности, который он хочет получить. А кому-то зайти в проектное финансирование и вовсе не позволят. Слишком, по мнению банков, велики риски. Как итог, вместо 7 жилых объектов застройщик будет строить не больше 2-3. Я думаю, что Барнаул и в целом Алтайский край ждет резкое снижение объема строительства жилья в последующие 2-3 года. Ну а соответственно, что это, когда рынок сжимается, естественно, не получится снижение цены на жилье. А вот цена на вторичку понемногу снижается. Многим сейчас выгоднее купить недавно ставшее вторичным жилье с отделкой вместо нового. И эта тенденция, с учетом ситуации на рынке новостроек, сохранится. Конечно, все ждут снижения процентной ставки по льготной ипотеке, которая взлетела после всем известных событий. По мере изменения ключевой ставки, возможно, изменение ставки по госпрограмме. То есть не 12, а в дальнейшем будет изменение процентной ставки. Федеральные СМИ пишут, что в ближайшее время Центробанк планирует снизить ключевую ставку с 20 до 15%. Впрочем, и с сегодняшней ставкой на льготную ипотеку вторичку брать будут, уверены риэлторы. Возвращается обыкновенная жизненная ситуация, обыкновенные цепочки. Однокомнатная переходит в двухкомнатную, двухкомнатная в трехкомнатную, трехкомнатная, как мы говорили, на два жилья. И, соответственно, вот эту категорию граждан, я уверена, что в меньшей степени коснется, какая-то существенная колоссальная нагрузка, потому что кредиты будут небольшие в части доплаты, но тем не менее это как раз решение просто-напросто обыкновенных жилищных вопросов. Пока же с 22 апреля возобновлена выдача сельской ипотеки под 3%, благодаря чему количество желающих обратить внимание на малоэтажное строительство может вновь увеличиться. Да и сейчас малоэтажки – тренд, даже несмотря на рост стоимости стройматериалов. В целом участники круглого стола советуют желающим сохранить свои средства вкладываться в недвижимость, ведь ценность ее никто не отменял. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.